Министерством внутренних дел Патуве проводится профилактическое мероприятие «Первокурсник» в целях предупреждения фактов противоправных деяний, совершаемых студентами учебных заведений среднего профессионального образования, и ознакомление их с ответственностью, предусмотренной за совершение административных правонарушений и преступлений. Особое внимание правоохранители уделяют ежедневным рейдовым мероприятиям в общежитиях учебных заведений. В ходе визита полицейские ознакомились с условиями проживания студентов, побеседовали с ними на тему соблюдения правил проживания в общежитии и обеспечения правопорядка. По состоянию на 20 сентября текущего года на профилактическом учете по делам несовершеннолетних органов внутренних дел республики состоят 85 студентов учебных заведений среднего профессионального образования. 6 из них находятся под следствием за совершение различных преступлений.